Но он это, он как бы ровненько так. Без. И не рвется сильно. Ну, все-таки же выкажу. Он снимает в белой футболке. Здрасте. Шесть команд, говорите? Да, у нас сейчас играет шесть команд. Это МЧС, Тигры, милиция, молодые регионы, исполком и команда. Сборная команда. Вот, приурочена к Дню города, Дню физической культуры и спорта. Хорошо, что есть такие традиции. Мы каждую осень и весну собираемся то в морском, то здесь и играем как с исполком, с другими органами власти. Призы какие будут? Кубок. Переходящий кубок? Да. Да. Понятно. Ну, ждем результатов тогда игры. Да. Ну, надеемся на хорошую игру. Да. Надеемся, с спасибо. С праздником. Гол! Еще раз так же, один раз. Забили? Да, сейчас забили. Есть! Вот так милиция проигрывает военным. Как думаешь, кто выиграет? Молодежь. Молодежи всегда дорога вперед. А которая молодежь? Тут половина молодежи. Партия регионов. Молодые регионы. Все, верим твоему прогнозу. Спасибо.